Обстановка на Украине остается напряженной. Минувшей ночью милиция провела операцию по зачистке правительственного квартала от манифестантов. На этот раз обошлось без серьезных столкновений и избиений. Правоохранители просто вытеснили протестующих, и тем пришлось отступить к своим соратникам на Майдан. Освобождение правительственного квартала связывают с визитами на Украину представителей США и Евросоюза. Сегодня в Киев с двухдневным визитом приезжает Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. На сегодня же запланированы встречи четырех украинских президентов. Три бывших главы государства и нынешний президент Виктор Янукович соберутся, чтобы обсудить ситуацию в стране. Вопрос наказания тех, кто избил невинных людей, тех, кто совершил незаконные действия, независимо от того, кто это был, представитель власти или нет. Эти люди должны быть наказаны. Ну и вообще все проблемы, которые возникли в связи с площадью. Эти люди должны быть покараны. Тем временем, по последним сообщениям украинской прессы, в сторону Киева движутся 15 автобусов с бойцами внутренних войск МВД Украины. Мы продолжим отслеживать развитие ситуации в Киеве. Подробности смотрите в следующих новостных выпусках.